Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Супер Турбо Демон Бастерс. Ну что ж, приступаем, вперед, как говорится. Ага, вот значит, что у нас здесь. Какие-то ящики лежат, что ли. Пустые, по ходу дела, здесь. А здесь у нас патрончики для нашего автомата. А, можно добить, понятно. Атакуй монстра, чтобы очистить лаборатории. Все понял. Гуль. Ну, давайте ликвидируем тогда этого гуля. Вот так, ребята, мы уничтожаем врагов. Останки. Так, первая кровь, достижение получили. Опять патрончики. Так, замечательно. Еще патроны. Это уже на выход. Но мы пока туда не пойдем. Нам нужно здесь все дособирать. Так, хотите приобрести боеприпасы? Соточка. А у меня-то всего 30 кредитов. Так что пока не получится. И здесь то же самое. Я думал, что в люк можно заглянуть. Слишком много гулей здесь, я посмотрю. Останки. Останки. Кредиты. Так, 15 штук. Нормально. Давайте эту партию теперь завалим. Использую умение своих наемников. Ох ты. Вы видели, ребята? У меня было по 15 кредитов, стало 50. То есть он улучшает прибыль. Забираем. Еще полтинчик. И, я так понимаю, здесь все, видимо. Можно уходить. Побежали. Так, уровень пройден. Мы все с вами сделали. И крещение огнем у нас. Достижение открыто. Выбираем награду. Ящик какой-то получили. Ух ты, тут еще и карта, оказывается, есть. И посмотрите, сколько здесь у нас будет всяких наемников. Команда, Дельта Скаут. Хорошо, давайте глянем, что еще тут есть. Ага, панель наших бонусов и вооружение. В данный момент у нас 585 кредитов. Мы можем с вами что-то изучить. Превращение вещи в кредиты. Шанс повтора 0%. Бонус к здоровью давайте сделаем. 25 единиц. Ну и больше, в принципе, у нас ни на что не хватает. У нас первый уровень, 385 хп. Так, перетащите кейс. И что тут? Оу, силач М2. Пистолет. Дробовик. Обойма. И гроза. Все, больше кейсов нету. А это что такое? Модернизируй корабль и отправляй его на разведку, чтобы получить дополнительный боезапас. Транспортник. А что же мне с ним делать? Улучшить можно. Ага, за кредиты я, значит, его улучшаю. 750 нужно вложить, чтобы он получил у меня первый уровень. И сейчас, по ходу дела, я его никуда не могу отправить. Почему-то. Это у нас задание. Продайте два оружия. Угу. Пройдите три сектора. Ну что, вроде бы как и все. Наверное, можно приступать. Сейчас мы сюда зайдем еще. Давайте-ка. Тут можно, видите, взять оружие и продать. Силач М2 и дробовик. Гроза и автомат. Давайте попробуем силача взять. Я так понимаю, вот это значит взяли. А пистолет, что с ним будем делать, а? Я сужу по атаке, смотрите. У силача 30 атаки. У дробовика 25. Давайте продавать пистолет. У него атака 20. Он нам не нужен. Все, хорошо. Ну, а остальное у нас пока все закрыто здесь. Давайте выходить. Погоди, а почему опять тут что-то висит? Какое-то задание, я не врублюсь. Что нужно сделать? А, ребята, все, 335 кредитов у нас. Мы можем что-то с вами повысить. Давайте тогда сделаем. Превращает вещи в кредиты. Вот. Шанс повтора 1%, очень много. Ну что же, давайте приступать. Йоху, мягкая посадка. Как себя чувствуешь, солдат? Говорят с базы. Я пришел сюда жевать жвачку и надирать задницы. Но жвачка у меня кончилась, говорит наемник. Вот это настрой, нужно найти остальных. Ага, вот оно значит что. Я здесь ищу команду свою, по ходу дела.
Ну-ка, паучок. Мудачок, сдох. Оу, здесь уже скорпионы какие-то, видимо. Точно скорпионы. Причем довольно ватные. Буквально на выстрел. Да, дробовик делает свое дело, ребят. Картечь, 10 штук. Так, жижа какая-то. Здесь у нас патрончики, кредиты. Это тоже кредиты. Скорпиона валим. Топливо. Ага. Я так понимаю, у меня здесь красная полоска, это ХП. А топливо-то зачем? Интересно. Так, ладно, паучка убили. Обойма. Жижа дает нам кредиты. Паучка этого надо уничтожить. Кстати, у меня, ребята, проблемы с патронами. Опа-на, и 50 кредитов получаем. Практически на халяву. И уже можно выходить отсюда. Побежали. Так, уровень пройден. Все можно, все, что можно, я сделал. И давайте-ка сыграем в рулеточку. Ай, кредиты дали, ну ладно. Мы переходим с вами на второй уровень. Поехали. Все биологические формы жизни на этой планете заражены вирусом неизвестной природы. И именно по этой причине коалиция объявила планету зоной карантина 2 года назад. Ну нам-то ничего не грозит. Что-то ты не похож на синтетика. У меня есть пара имплантов. Тогда ты в полной безопасности. Продолжай свою миссию. Ага, значит, мы наполовину киборг, можно так сказать. Ага, здесь у нас что такое? Личинка. Личинку разобрали, скорпионы. Вместе с личинками. Оу. Да, ребятушки, совсем жидко у меня с пулями. Ну неужели? Так, а это кто такой? Призрак. Знаете, что мне сейчас в данный момент это напомнило почему-то? Игру Doom. Только вот в такой проекции. Так, давайте глянем. Кредиты. Тут у нас тоже кредиты. А здесь? Что это такое было? Я не понял. Личинка и скорпион. Готовы. Ага, продвигаемся с вами дальше. 2 скорпиончика. Хоу, на выстрел просто. Ну, так как у меня дробовик, поэтому я все быстро здесь прохожу. Первое задание. Достижение я открыл. Давайте рулеточку крутанем. Дайте кейс, кейс, прошу кейс. Конечно. Дают патроны. Переходим с вами на 3-ю стадию. Пока ничего не поменялось. Ага, мы с вами получили бонус за прохождение задания. Смотрите, у меня 3000 кредитов. Значит, мы можем смело что-то себе улучшить. И я думаю, что это будет бонус к здоровью плюс 25 единиц. Стоит всего лишь 1000 кредитов. Давайте это сделаем. Шикарно. Бонус к урону при использовании автомата. А у меня дробовик. Даже не знаю, что делать. Давайте попробуем. Вдруг на будущее пригодится. Плюс 5 единиц, да, бонус к урону дает. И у меня все равно до сих пор левел 1, 420 хп, 10 атаки в рукопашку. Все. Больше денег у меня ни на что не хватает. Ящиков у меня нету, кейсов. Здесь у меня транспортник. Может быть, его нужно вот так вот. Ага. 1500 кредитов нужно на второй уровень. Ладно, продолжаем с вами играть. 3-я миссия у нас. Продолжай двигаться. Датчики засекли сигнал наших союзников. Но, да я тоже слышу эти взрывы. Может, поднимите мне гонорар? Контракт уже подписан, солдат. Попробовать стоило. Мы наемник, поэтому мы работаем за деньги. Но тут у нас, я смотрю, личинки. Ничего такого страшного нету. Призрак? Хорошо, что там у нас? Настоящий боец. Открыли достижение. Готов, паучок. Дурачок. Кредиты. Здесь у нас патроны. Оу. А база-то с каждым разом становится все больше и больше. Так, автомат. О, гроза. 45 к атаке. Давайте, ребята, испробуем этот вид оружия.
Так, жижа. Хотите восстановить запас здоровья? 300 кредитов, зачем? У меня вроде бы пока все полностью восстановлено. Подожди, не то, вот так. Паучок. Готов. Вот я не могу понять, 390 хп, а что это у меня там слева такое моргает зелененьким? Отравление какое-то или что? Или критическая точка? Не пойму я, блин. Так, паук, давай. Вот так вот. 25 кредитов. Оу, давайте сделаем. 50 сразу же стало. Деньги, как я понял, здесь тоже немалую роль играет, поэтому надо использовать каждый шанс, чтобы их улучшить. Готова личинка, и тут тоже. Блин, что-то не дают лута никакого, а? Зажрались эти личиночки. Ну, слава богу, у меня, ребят, 409 патронов. Обыщите 18 останков. Ага, выполнил задание дополнительное. Черт, не успел, хотел нажать. Хотел увеличить кредитку, но не получилось. Давайте тогда выходить. Уровень пройден, полностью причем. Рулеточка. Оу, три кейса. И мы с вами куда-то перешли, непонятно куда. Босс, что ли? Обышите. Так, награду получили. Кейс, давайте откроем кейс с вами. Карточки. Опять силач. Интересно, их объединять можно? Бронебойные. Нифига там миниган нам показали. Ракеты. О, тут еще и базука будет. И картечь. Еще один кейс у нас. Ха. Так, кредиты. 1000 сразу дали. На отпуск хватит. Получили достижение. Автомат. Здесь у нас бензопила даже будет. Вот как. Топливо. Для бензопилы. И еще топливо опять же для бензопилы. Все, кейсы кончились. 1600 у нас кредитов, значит, нам показывают, что мы можем с вами что-то купить. Два силача. Объединять их нельзя. Гроза. Ну, он у нас и стоит, в принципе. И бензопила. Тоже, кстати, 45 к атаке. Ну, ближний бой. Так, давайте вот этот вот повысим параметр с вами. Всего лишь 2% дают. Жесть какая-то. Что тут у нас с транспортником? Все, 650. Поехали играть дальше. Не понял. Снайпер, уникальный наемник. Ого. Так, кредиты 250. Ракета. Бронебойные патроны. И падальщик. Пятый уровень. Так, ребят, смотрите, у меня есть новый персонаж, снайпер. Я могу за нее играть. Ну что же, у нас кредитов не хватает, чтобы я что-то мог ей повысить. Угу. Что-нибудь новенькое мне открыли? Да, ребят, смотрите, винтовка, я так понимаю, снайперская. 80 к атаке, довольно неплохо. Ну что ж, попробуем. Что ты тут делаешь? Мне не нужны напарники. Я тоже рад тебя видеть. Не время ссориться, продолжайте движение к челноку. Уф, как скажешь. И все-таки я вырвал снайпершу и буду за нее играть. Давайте посмотрим, что она себе представляет. Личинка. Просто на выстрел. Но это и не удивительно, у нее 80 к атаке с винтовки идет. Единственное, что очень мало патронов. Готовы, хлопцы. Так, личинка еще одна. И гуль. Как сосунков разбираю. Ага, тут у нас ракеты. Ящик лежит с кредитами. Гуль и личинка. Стимулятор. Плюс 60. Ага, это к здоровью. Понял. Ликвидируем. Картечь. Пригодится. В деле все пригодится. Еще один гуль. Так, блин, что-то там появилось. Не успел посмотреть, к сожалению. Призрак. А это у нас хотите приобрести боеприпасы? За соточку. Останки гуль, кредиты. Так, подожди, а почему-то не срабатывает.
А, видимо, нужно живое тело. Ну-ка. Оу! На 1000 кританула. Это, наверное, хорошо на боссах, если они здесь будут. Блин, а мне снайперша нравится, ребята. Тратит минимум патронов и с выстрела убивает. Давайте выходить. Уровень у нас пройден с вами. Что у нас тут дают? Ага, опять кейсы, это хорошо. Кейсы я обожаю вскрывать. 6-й уровень у нас на кону. Давайте-ка мы здесь кое-что глянем. Так, 375. Давайте, наверное, мы здоровье увеличим, да. И можно кейс открыть. Разрушитель. Так, кредиты 750, отлично. Оружейник, я получил достижение. Так, бронебойные. Ага, бронебойные, значит, идут в снайперку. Понятно. Что тут мне можно еще сделать? Ну, давай, наверное, вот этот бонус к урону. Плюс 5, довольно неплохо. И шанс повтора 1%. Почему так мало процентов-то дают, а? 1% это вообще ничто. Ну, давайте на этой ноте я, наверное, буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.